Вот я хотела показать вот эту юбочку. Я вчера в ней работала. Сказка, бомба, стильно, красиво. Карманы у нее есть. Значит, вчера руки засунула в кармашки. Такая стильная, такая интересная. Практически даже из блатных. Смотрите, здесь у нее вот такая резиночка широкая. Очень удобная, очень хорошая. Потом здесь у нее идет планочка. Она хорошенечко, ну, убирает все наши проблемки. И вот посмотрите, какая колоссальная джинсовочка. Даже сразу не поймете, что это джинс. Качественный, хороший, как красиво состаренный, какие прекрасные цветы, какой стиль грандиозный. Ну куда там однотонную юбку? О чем вы говорите? Сегодня я, конечно, пришла без нее, потому что я вчера немножечко, ну, мне не было в ней, конечно, жарковато, а у нас сейчас морозы очень-очень сильные. В общем, девчонки, довольна, рада. Осталось у меня за 48 размерчик и выше. Я позвонила Физули, чтобы узнать, будут ли они в повторе. Он сказал, не нуль, для тебя все, что хочешь. И я сказала, хорошо, но только после Нового года. Торговый центр курса «Ангел Инсити», второй этаж. Девчонки, грандиозно, стильно, классно, эффектно. И мы начинаем любить юбочки, потому что у меня приезжала дама из Швеции, покупала 3 юбки и сказала, Ниночка, там вообще в Швеции их нету. И очень-очень довольна. Говорю, что же там носят? Она сказала, говорю, наверное, брюки. Она нет, говорит, спортивную одежду. Но она мне покупала и в том году, говорит, я себя чувствую там просто королевой. Просто-просто шикарной девочкой. Так что приходите, у меня их осталось немножко. Все, спасибо, жду.